в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и благотворительной акции «Эстафета добрых дел» депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия» Ирина Грабарчук, Павел Чемурлиев и Владимир Жандаров приняли участие во всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Народные избранники посетили будущую первоклассницу из города Одинцова Злату Никитенко и вручили ей школьный рюкзак со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями для школы.